Пицца «Браво» радует изысками вот уже 17 лет. Несмотря на десятки конкурентов, вполне стабильно держится на плаву. Не сломили даже санкции. Раньше сюда доставляли импортные сыры. После введенных ограничений кафе перешло на белорусские аналоги. И не прогадало. 70% продукции от отечественных производителей. Это молоко, мясо, мука и овощи. Работаю в пицце «Браво» я с открытия и не меняю место работы. Из-за того, что пицца «Браво» считается лучшим заведением города. На протяжении этих долгих лет все стабильно, качество на высшем уровне. Те посетители, которые к нам приходили, кушали, возвращаются. Которые долго не были, через 5-10 лет приходят и говорят, все на том же высшем уровне. За последние 2 года не поменялось и количество сотрудников. О комфорте гостей здесь заботятся больше 20 человек. Все придерживаются правила – качество должно соответствовать цене. Есть и приятный бонус. В будни с 12 до 15 часов действует скидка 20% на все блюда. Мы готовим очень вкусные, сочные пиццы. Будем рады видеть вас в нашем заведении. В нашем меню больше 40 видов пицц. Также у нас есть на любые вкусы и вегетарианские, и с морепродуктами, и мясные. Время ожидания 7-10 минут, даже если в заказе окажется 4 пиццы. Кафе работает по принципу максимальной открытости. Гости могут видеть, как готовится блюдо. При этом многие процессы автоматизированы, а все, что изготавливается руками, делается с любовью. Очень приятно, что сделали меню обеденное с очень хорошей скидкой. То есть реально ты можешь покушать за малые деньги, причем порции здесь очень даже большие. Я сегодня заказываю хинкали. Сырное. Ожидание, что-нибудь очень вкусное. Кстати, захотите взять пиццу с собой и покушать дома? Пожалуйста, 5% скидки в подарок. Доставка бесплатная 30 рублей. К тому же здесь можно отметить дни рождения и свадьбы. Для этого есть банкетный зал и возможность заказать индивидуальное меню. Кафе работает ежедневно с 9 до полуночи. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.